Сазоновой инициатива «Лев Кем». Я хотела в первую очередь пояснить, почему, что ваши некоторые местные делают на митинге в защиту образования. Я думаю, что многие люди слышали о собрании комитета по науке и образованию, на котором выступали в основном представители Русской православной церкви, которые предлагали ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек, которые предлагали сокращать учителей женщин, потому что женщины не могут всех физических способностей быть учителями. Возникает два вопроса. Что, во-первых, на собрании комитета по науке и образованию делают священники? Почему они в основном выступают? И почему они вообще выступают за права женщин? Хочется отметить, что подавляющее большинство учителей – это женщины. Кризис образования в первую очередь бьет по ним. Я считаю, что солидаризироваться с учителями должны все люди. И мне очень грустно от того, что в защиту по образованию, приходится большое количество народа, потому что образование – это одна из самых основных проблем в современном обществе. И нужно разрушаться видение вооруженным взглядом. Нельзя родителям учеников видеть, что происходит с их детьми, чему их пытаются обучить студенты, которые обучаются в Thank you.